Отвечая боль и страдания тех, кто я.
мысли, что должен бросить землю, на которой трудились мои предки. Каждый дюйм дался им потом и кровью, а я возьму и подарю это какому-то придурку с гулькой на башке и его родичам! Чёрта с два! Раи так просто не сдаются! Зададим им жару, дружище! Ты уже над полем? Вали по всем святошам, которых увидишь! Увидишь бензовозы с блажью? Взрывай их нахрен! Теперь прямо ас! Почти как Клатч Никсон! О да! Крутой был мужик! Сектанты направляются к северу от аэродрома! Избавься от них, пока они на земле! Садиться сложнее всего, но я сейчас все объясню. Следи, чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Мягкая посадка, дружище. Двигайся ко мне, я тебе махну. Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось! Получилось, спасибо! Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! Знаешь, первый раз за долгое время мне хоть немного повезло. Сраные дырчики. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже три поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, уже иду. Боже, это женщина. Так вот. Мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ким, не выходи, пока я не вернусь! Но я раскалю их до бела. Ким дома. Позаботься о ней, дружище. Вытащить меня, я не хочу. Схватить. Куда упали?
Ким, погнали! Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким! Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Буч из Санденс. Ник, они оба погибли. На. Прошу, позаботься о нем. Вырубят его!
Достоин ли он? Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Мы предстанем пред взором Божьим и пройдем через его врата в сад Эдем. Подожди. Он не готов. Ты порочишь ритуал, Иоанн? Нет, Иосиф. Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Он придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, как будет так? Хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах, вы твари! Не щади их. Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. Thank you.
Больно! О, боже! Спасибо. Я не подведу сопротивление. Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя. Мы не могли с тобой связаться, и я понял, что ты в беде. Рад, что Господь направил меня к тебе. Тебя мы вытащили, но другим тоже нужна помощь. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Нужно ему помочь! Нельзя! Прикрывайте! Притчи 19, стих 17. Почему одни дети во всем нуждаются, а другие ложатся спать голодными? Почему разжиревший политик, сидя в богатом кабинете, указывает голодающему фермеру, что он может подать? О, Боже! Спасибо! Эй, спасибо, помощник. Сущие сектанты прямо жаждут загнать нас в бункер Иоанна. Господи! Спасибо! Думал, помощник, я не жалею. Мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Берегись! Сигнальная ракета! Скоро они пришлют подмогу! Напряженно. Не влезай, убьет. Лучше умри в бою! Сверху! Это дело! Проклятье!
сил, мы освободим пленников, каждого из них. Обещаю. Они думают, что спасают нас. Спасают! Заперев в сраной дыре! Да ну нахер! Эти трусы накинулись на меня толпой! Сказали, что спасают меня! Доверься, мол, отцу! Да кто такой этот отец? Лучше бы пристрелили! Я был зол! Но сейчас я в ярости нахрен! Отомщу за семью! Лягу и отдам Богу душу! Господи Боже! Я перед тобой в долгу. Мне нужно проверить. Я вернусь к сопротивлению. Можешь рассчитывать на мою пушку, пока сраные. Слава ланжи. Богу, вы выбрались оттуда. Теперь и дымщики поймут, что мы для них серьезная угроза. Продолжаем в том же духе. До связи.